Коллектив называется «Буфет». Вот. Это, я даже не знаю, как сказать. Они начинали тогда, когда Максим Семенов пошел в школу, понимаете? Вот. Такие, ну так, серьезные парни, в общем. Сейчас сами увидите. Вот. Максим пошел в школу, а они уже, понимаете, рвали лучшие площадки области. Вот я вам так скажу. Вот. Люди зажигали и, уверен, зажгут прямо сейчас. Друзья, наши гости из Рыбинска, группа «Буфет». Поехали! Yeah.
Спасибо. Раз, два, три, все работает. Ну что ж, друзья, поздравляем Мамулек, конечно, с великим праздником, 15 лет, большой юбилей. Мы все это видели, присутствовали с самого начала их карьеры. Ну и я думаю, что где-то в середине 50-х годов, если бы они вдруг на какой-нибудь машине времени, махине времени переехали бы туда, то наверняка они бы были стилягами, такими отвязными чуваками, веселыми. Ну и сами понимаете, чем они там занимались. Примерно о них эта песня, стиляга. Я
Раз, раз, раз. Ну и, друзья, пожелаем мамулькам вот такого, честно говоря, мы видим такие вот юбилеи, праздники. На самом деле, судьба артиста, конечно, довольно нелегкая, как, собственно, и любая дорога, особенно длинная и особенно пыльная. Ну, вот пожелаем на этой дороге ребятам большой удачи и везения.